вот так. Хорошо знать локации. Главное не шандарахнуться в воду. Если я упаду в воду, вы можете смело называть меня самой неуклюжей кошкой на свете. Мяу. Всем привет, котята, я кошка Лана. И мне так не терпелось поиграть в ферму слаймов, что я решила, почему бы не сделать это сегодня. Тем более, я закончила на очень интересном месте, где нужно открыть какую-то странную дверь. Так что давайте скорее посмотрим, что там. Мяу. Так. Вот я здесь. Ага, смотрите, у него во рту плорт, вот этой вот статуи. Значит, может быть, таким образом они открываются, смотрите. Да, и вот на этой двери горит розовый плорт. Ага, и у него глазки розового цвета. Котят, я не знаю, вроде бы кто-то из вас писал в комментариях, что этим статуям в рот нужно складывать плорты их... цвета глаз, смотрите, у этого, наверное, должен быть бабах, плорт. Ну, я так думаю. Тут еще где-то должны были быть огненные, но я же их еще не нашла. Смотрите, а вот здесь фосфорный. Значит, котята, мне пора вернуться на ферму. Ух ты, а здесь у нас еще одна дверь со слайм ключом. Для этого мне нужно найти Гордона, наверное. Так, котята, ну что, побежали, наверное, на ферму. Может быть, я где-то здесь достану плортов? Так, мяуровый ларга. Вот тебе курица. Может быть, ты хочешь есть? Да, смотрите, сейчас он даст нам два плорта. Есть. Берем их. Я думаю, они нам пригодятся. Вот только фосфорных мы здесь не достанем. Для них нужно дождаться ночи. Поэтому, я думаю, все-таки придется отправиться на ферму. Хотя, смотрите, я вот набрала уже здесь 4 плорта, и может быть мне не придется возвращаться, а то ведь, правда, я не смогу взять больше 4 плортов разных видов. Так, сюда какой? По-моему, здесь должен быть медовый, у меня его нет. Так что побежали искать дальше. Вот там, по-моему, я видела статую для бабах плорта. Где она? Мяу, я снова заблудилась, вот она. А ну-ка. Есть! Котята, правда, смотрите, и вот он там загорелся. Здорово. Долго же я, конечно, буду тут бегать, но ничего. Это... нет, это не мяуровый. А где же мяуровый, котята? Так, может, нужно куда-то подлететь? Так, котята, я забралась повыше, но понятнее мне ничего не стало. Может, тут какой-то лабиринт? Смотрите, вот она, мяуровая статуя. И как спряталась. Есть. Мне так нравится этот звук. И лампочка загорелась. Это, конечно, не лампочка, это какой-то волшебный камень. Но работает она так же, как лампа. Ладно, котята, уже стемнело, и я все никак не могу найти статую для лужи плортов. Может быть, ее и нет. Может быть, здесь участвуют только те слаймы, которые питаются едой и дают плорты за еду. Возможно, я изначально была не права. Давайте посмотрим. Ой, кто это здесь? Мяу, я слышу. Слышу. Мяу, смотрите, благоденственный. Держи, держи курицу. О нет, держи курицу. Курицу. Да, он съел ее и рассыпался на монетке. Здорово. А нет, он еще здесь. Мяу, ну у меня больше нет куриц. О нет, маленький. Он исчез, он исчез. Ну ладно. Хоть одной курицы я его покормила. Котята, по пути домой я нашла сокровищницу, которую я могу открыть. Здорово. О нет, из злых слаймов. Нет, уйди, уйди. Уйди, он кусается. О нет. По-моему, он сейчас меня сожрет, котята. Так, дикий мед. Это что-то новенькое. Нет, ну прекрати же. Так, ладно. Этот опасный слайм, надеюсь, больше не будет мне мешать. А мне нужно найти портал, котята. И я не знаю, где он может быть. Ладно, котята, пора бежать, пора уносить лапки. Здесь вары, ночь, а я все еще не могу никак дойти до портала. Так, полетели. Есть. Я пока что не падаю, и все хорошо. А у меня ведь целое сокровище с собой. Котята, я успешно добралась на ферму. Отлично. Так, сейчас, я думаю, мы быстренько сделаем все свои дела, а потом я... наверное, уже на утро. Побегу вскрывать эту головоломку. Я не думала, что я так долго буду с ней разбираться.
Да, котята, а еще я видела там... О нет, как давно меня здесь не было, у меня аж мятная манго все перестало расти. Это ж сколько я гуляла-то? Смотрите, оно рассыпалось, и я даже не смогу покормить им своих слаймов. О нет, ладно, хоть два целеньких. Бедненькие. Вот, держите. Наверное, вы очень голодные. Не, котята, Бея не спала всю ночь. Зато накормила всех слаймов, и, по-моему, все довольны. А сейчас я пособираю плоды с этого мятного манго, потому что Коста мне подсказал, что там есть медовый большой гордо, и я намерена его закормить. Да. Так, я вообще туда иду. И этот лес очень запутанное место, хочу вам сказать. Я даже не знаю, по-моему, я пошла не туда, мне в ту сторону. Да, котята, точно. А еще где-то был гордо, и, наверное, зря я взяла с собой столько манго, потому что я его просто не найду сегодня. Ну что, побежали. Да, головоломку я нашла. Так. Здесь у нас место для фосфорного плорта. Есть. Я надеюсь, что это кристальный, котята, потому что если это не кристальный, то мне придется снова возвращаться. О нет, ну как так можно было? Ладно, пусть здесь валяется. Зато вон то место для радиоактивного, это точно... Нет, ну не попал. Есть. И мне, котята, остался скалистый и медовый. Но медовый я найду здесь. Вот для него место. Но что делать со скалистым? Неужели, как я могла перепутать вообще? Я же чувствовала, что нужно взять скалистый плорт. Эх, котята. Надеюсь, где-то здесь я, может быть, и смогу встретить скалистого слайма. Но это вряд ли. По-моему, они здесь вообще не водятся. Здесь слаймы-котики. Слаймы из меда. И никаких скалистых. Ой, котят, а я нашла сокровищницу. Полезно залазить в всякие странные места в этой игре. Мшистое дерево. Хотя тут целая куча варов. Так, нужно мне их быстро победить, а то они слопают всех этих маленьких ребят. Так. И нет. О, бедные перепуганные слаймы. Нет, вот иди-ка сюда. Да, по-моему, я его спасла. Ладно, теперь я буду умнее. Мне срочно нужен скалистый плорт. Ну вот и он. Возьму даже два. Вдруг эти не потеряю. Это вполне возможно. Катя, это вот я снова сюда забралась. Мне понадобилось целых два дня на то, чтобы разгадать эту головоломку. Какой кошмар. Держи. Да. И да, Катя, это остался один, последний. Ох, ну и долго же я здесь бегала, конечно. Так. Ну-ка. Держи! И что, ворота откроются? Котята, вроде это все. Эй, открывайте ко мне ворота быстрее. Да, котята, по-моему, это была песенка слаймов. Мне понравилось. Не думала, что слаймы такие талантливые и умеют петь. И что же здесь? Ух ты! Котята, мне так интересно, что меня тут ждет. Это древние руины, смотрите. Ух ты. Ну, пока что у нас здесь те же слаймы. И можно активировать какие-то штуки. Ого, это ворота? Мяу, обалдеть. А это что? Что это, котята? Это какое-то голографическое дерево? Вот до этого я думала, что слаймы тут просто живут, и это какая-то, странная цивилизация, типа, местных жителей этой планеты, местных животных. Но оказывается, здесь все гораздо сложнее. Смотрите, вот так головоломка, вот эти древние руины, нет, вот эти вары. Ну зачем вы пугаете маленьких-то? Смотрите, котик унес фрукт. Они, кстати, воруют фрукты. Эти котики такие. Так. Ну что же нас тут ждет? Я надеюсь, здесь будут... Ого! Котят! Куча замков, куча странных вещей, которые активируют ворота. И зря, конечно, я пришла сюда ночью. Возможно, днем здесь было бы интереснее. И...
Да, здесь живут скалистые. Эти самые... Ой-ой-ой. Туда, наверное, мне не стоит идти, а то я провалюсь и все. Я не нашла медового города. О, котята, новый вид слаймов! А ну-ка, идите сюда! Квантовые слаймы, ого! Так, только где же я загон для них достану? Ага, смотрите. Они что, таким образом прячутся? А ну-ка, иди сюда! Котята, когда они делают вот эту штуку, их невозможно засосать в пылесос. А это что? Это дерево, на котором растут фрукты для них? А ну-ка, иди сюда. Квантовые слаймы, значит, тут все гораздо сложнее, чем я думала. Фрукты или кто растет для них на деревьях? Смотрите! Эй! А ну-ка, слайм, иди сюда. Есть! Котятки, наберу целую кучу слаймов. Ого, какие светильники. Тут что-то странное творится. Я думала, что тут все куда проще. А оказывается, эта цивилизация совсем другая. А ну-ка, давайте почитаем, что здесь написано в подсказке про них. Дух захватывает, не так ли? Кто, ты думаешь, создал эти древние руины и зачем? Я часто приходил сюда и размышлял над этим вопросом. Лишь одно можно утверждать с уверенностью. Этим ребятам нравились слаймы. В итоге я осознал, для чего предназначено это место и как его использовать. Ты тоже так поступишь? По-моему, вопросов после этого больше, чем ответов. Эй, ну что, тут поспеет какой-то фрукт для меня или нет? Как вообще его можно взять, если я прохожу сквозь это дерево? Квантовое дерево. А как его посадить вообще? Я смогу посадить эту штуку? Мяу. И вот еще они. А ну-ка, идите сюда. Есть. Я не знаю, может, я слишком много их набираю, но мне всегда нравятся новые виды слаймов. И я надеюсь, здесь будут еще. Здорово. И еще какая-то дверь. Ой, котята, целый лабиринт. По-моему, мне срочно нужно вернуться домой. Я надеюсь, здесь где-то будет портал. Будет или нет? А ну-ка, что здесь написано? Эти странные стеклянные двери – хорошее напоминание того, что на двух стульях не усидишь. Сколько ни нажимай этот выключатель, обе двери никогда не откроются. Иногда приходится выбирать либо один, либо другой путь. И ничего с этим не поделаешь. Но знаешь что, какой путь не выберешь, все равно будешь где-то немного жалеть, что не выбрал другой. Такие двери поджидают тебя на протяжении всей жизни. Котят, это какая-то философия, даже можно сказать. И это, конечно, все здорово, но мне бы слаймов домой отнести. И что делать? Нужно еще раз нажать на этот выключатель, он откроет предыдущую дверь. А ну-ка. Да, котят, смотрите. Несколько дверей закрывается, а какие-то открываются. Очень странно, ну ладно. Я думаю, я тут запутаюсь на раз, два, три. Ладно, я закрыла дверь, все оставила на том же месте, на котором было. Вот, это головоломка, которая, кстати, была довольно сложной. А теперь мне пора возвращаться. Да, вот так. Хорошо знать локации, главное не шандарахнуться в воду. Если я упаду в воду, вы можете смело называть меня самой неуклюжей кошкой на свете, потому что... Ну как так-то, у меня 10... слаймов, квантовых, новых абсолютно. Для них нужен, наверное, какой-то специальный загон. А я даже этого не знаю. Я просто бегу домой, потому что мне хочется их туда отнести. И, по-моему, мои родные слаймы уже очень голодные. Вот он, портал. И есть! Да, я почти дома. Кстати, там какая-то интересная штука. Что это? Ладно, посмотрим в другой раз, котята. Я вам это обещаю. Куча кур. Морковочка. Да, уже поспела. И мы возвращаемся домой. Ура! Только куда посадить этих слаймов? Возможно, около лаборатории у меня еще есть место. Какой-нибудь загон. Интересно, для них нужен особый загон. Давайте-ка перед тем, как строить его, почитаем слаймопедии. Так. О нет, котят, у меня же и места не осталось для них совсем. А что делать? Так, а ну-ка. Все слаймы... Квантовый слайм. Вероятнее всего, квантовый слайм стал результатом какого-то события, которое случилось очень давно в древних руинах. В любой момент времени квантовый слайм способен создавать другие возможные реальности своего существования, известные как призраки. Эти реальности могут стать явью. Стоит только квантовому слайму слиться с реальностью призрака, то есть, по сути дела, телепортироваться.
Опасность для фермера. Учитывая его уникальные способности, квантовый слайм может быть самым тяжелым в управлении. Фермеру надо научиться распознавать, когда квантовый слайм готов перенять реальность призрака и действовать быстро, чтобы накормить его или хотя бы облить пресной водой в качестве временной меры. Катя, если честно, ничего полезного в слаймопедии нет. Поэтому я хотя бы вспомнила, что у меня где-то в пещере были еще свободные места для того, чтобы там можно было поселить слаймов. Вот, например, здесь. Интересно, обычный загон для них подойдет? Но я не вижу никакого другого. Вряд ли их нужно засовывать в мусоросжигатель или хранилище. Давайте купим загон и полностью его обустроим. Кроме солнечного щита, тут и так темно. Надеюсь, квантовым слаймам нравится темнота. Ну-ка. Они едят фрукты. Да, котята, смотрите. По-моему, они не будут выбираться отсюда. Я надеюсь, по крайней мере. Да. Ну что, здорово. У меня есть новый вид слаймов. Плорты, которые раскиданы почему-то везде. Эй, ребят, ну зачем вы их вышвыриваете-то? И это тоже, это же опасно. Нет, котята, они разбегаются. И что же делать-то? Как их хранить? А нет, котята, нет, нет, нет. Все нормально. Они сидят в загоне. Только здесь их проекции, они не настоящие. Сквозь них можно проходить. По-моему, они так пытаются меня запутать. Я думала, что они убегают. А это не они, смотрите, его невозможно запылесосить, потому что он не настоящий. О, кошмар. Смотрите, смотрите, кажется, что слаймы убегают от меня. Прикольненькие. Надо бы их с кем-то объединить. Мне кажется, с медовыми они будут симпатичными. Но пока что пусть сидят здесь. Ну что, Катя, да по-моему, довольно интересная получилась новая локация. Новые слаймы. Я надеюсь, что там будут еще какие-то. Кстати, раз у меня куча мятного манго, давайте их немножечко покормим. Они же едят фрукты все-таки. Я понимаю, что это не их любимая еда. Ну вот, давайте парочку им скормим. И возьмем их плортов. Мне прямо интересно. А, они здесь уже открыты. Как только я поймала этих слаймов, плорты отобразились здесь. Ну что, котята, я думаю, на сегодня это все. Смотрите, я разгадала загадку. Нашла новых слаймов. И это было здорово. Мяу. Думаю, в следующий раз нас ждет еще более интересный летсплей. Потому что я открыла целую новую локацию. Да. Я надеюсь, что я не заблужусь там. Мяу. Ну что, ребят, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, на канал Лео, на каналы моих друзей. Они, кстати, у меня там сбоку отображены. Так что, котята, ждите новых серий слаймов. Они обязательно скоро будут. Мяу. Всем пока!